Добрый день зрителям моего канала. Вот открыли у нас в нашем торговом центре полочку для книгообмена. И хотела показать, какие книжечки кто-то выставил. Так, вот здесь вот у нас, пожалуйста, «Приключения Пиноккио» на русском. «Киплинг. Сказки». «Добрые сказки и стихи» на русском языке. «Приключения. Похождения бравого солдата Швейка». Вот. Ну и много разных других. Здесь вот учебники, математика, 6-й класс. Вот бы было хорошо, если бы мой B1 выложили. Но нет, придется покупать за 30 евро. Вот. Так что это, конечно, прекрасная возможность. Мы сегодня на уроке французского проходили. Проходили то, что нужно прекращать гиперпотребление. Это хорошо для нашей планеты. Снижается количество мусора. И совсем не обязательно покупать новые книги, новые вещи, когда можно, вполне можно использовать многие книги, например, или те же вещи повторно. Да. Мне, конечно, в этот раз ничего тут не понадобится. Жаль, что нету. Никто не отдает книжку по уровню B1. Ну, что поделать. Вот. А так, в принципе, хороший ассортимент. Вот это интересно. Философская книжка «Le risque du bonheur». Риски счастья. Философские разговоры. Так, нет. Я реально оцениваю события. Мне некогда. Просто некогда читать. Потому что я так устаю на занятиях. Вот. Так что сегодня я ничего не приглядела. Но есть кому кто-то возьмет, из русских возьмет книжечки детские почитать. Вот. Потому что здесь они стоят бешеных денег. То есть, если покупать в книжном магазине, одна книга будет стоить 5, 6, 7 евро и выше. Бэушные, конечно, продаются от, ну, даже, ну, такие вот карманного формата от 50 центов. Но опять же, что там будет, какой ассортимент, неизвестно. Так, вот так сегодня. Очень холодно. Пока ждем из магазина. Какая красота тут. Получше? Все взяли? Какая прелесть. Что это тут красиво. О, вот это мне нравится, с безелем. Так, ну все, ушли мои покупатели, клиенты. Геннадий, кисуля наша. Так, Денис, вот так вот без глаз остаются. Не лезь ты к ней, пожалуйста. А чего ты к ней лезешь? Никто мимо пройти не может. Наши кисули. Да. Рубки длинные. Кисуль, тебе удобно? Что ты ищешь? Денис, ну это слишком близко, понимаешь? Надо дистанцию соблюдать. Респекте лежит барьер. Ты что, смотришь? На кого? Ну ты ж па. Сель топли. Ну ты ж па. Ну ты ж па. Oui, c'est ça. Elle ne veut pas. Ага. Arrête. Да не, ну ты ж палиша. Кисюль. Кисуля. Кисулю. Нет. Кисулечка мягенькая. Пусенька мягенькая.
Мягенькая пусечка. Ты вообще как так думала слить? Барин какой. Мне ведь удобно же. А, кстати, учиться так можно. Вот так вот. Извини, учить. Руки вверх.